23 шва на голове, разорванная спина, руки, бедра и левая сторона лица. В Александровке два алабая искусали третьеклассника. Собаки бросились на ребенка, когда он с сестрой возвращался из школы. Отбивали Ваню и хозяйка алабаев, и мама мальчика. Ребенка сразу отвезли в больницу. Рваные раны зашивали под общим наркозом и с использованием аппарата искусственного дыхания. Сейчас Ваня идет на поправку и сам рассказывает о том, что произошло. Мы заметили, что ворота открыли. Я только что заметил. А сестра ничего заметила. Как раз выгляделся алабай. И прям моя сестра побежала первая, а я вторым. Схватила алабай за портфель, а затем потом я побежал. И я, короче, случайно упал, и, короче, меня начали кусать. Соседка остановила, ну, и она потеряла самосознание. Наталья, я видела Наталью, она пыталась их отнять от Ванюши. Вот. Но дело в том, что она на несколько секунд отключилась, потому что человек сильно перенервничал тоже. Вот. И они дальше, то есть продолжали как бы его грызть. Я потом не знаю, откуда у нее взяли силы, она их все-таки отодрала. Алабая принадлежат депутату местного сельсовета Наталье Кононенко. Женщина полностью признала свою ответственность за случившееся и выразила готовность помогать пострадавшему. Собаки же после инцидента находятся на контроле ветеринарной службы Лиманского района.